I've grown accustomed to a face. She almost makes the day begin. I've grown accustomed to choose. She wishes not a moon. Her smile. Собственно, мы только что прочитали, что произошло. Еще интересный момент мы хотели заметить вот здесь. Слушай, как бы, что именно конкретно произошло в то время? Здесь немножечко, так скажем, добавочка, да? Мы надеемся, вы сможете разобраться, прочитать, выяснить. А именно речь идет об этом корабле, об этом же корабле Golden Hind. Вот его название, да? Вот когда это произошло. Давайте мы наведем немножечко на этот корабль, буквально вот он здесь. Мы видим, как много туристов и на самом деле любуются люди. Сегодня хороший, красивый день, где-то 20 градусов плюс, отдыхают, наслаждаются. Интересный такой, скажем, был парусный деревянный регат в свое время. Ну, хорошее место, как мы говорили. Мы не знаем, как зовут этого молодого человека, который для нас сегодня поет. Но мы на самом деле наслаждаемся, мы видим, что он поет очень хорошую, спокойную музыку. Да, он поет блюз, джаз, иногда, может быть, поет и кантри, но мы его пока не слышали, как он поет кантри. Сегодня будем удаляться с этого места, сейчас будем переезжать в другое место, поэтому, пожалуйста, оставайтесь с нами. Следующий интересный сюжет. Так что, на самом деле, оставайтесь с нами. Вам покажем еще очень много интересных, примечательных, хороших, красивых сюжетов. До следующего.